Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA 5. И это 21 серия по счету. Всем добро пожаловать, я очень рад, кто сейчас находится вместе со мной, потому что вы меня поддерживаете, и за это вам, ребята, огромное и большое спасибо. Мы начинаем с такого не очень приятного места, потому что... Серия только началась, а Тревор уже справляет коко за мусорным баком. Ну, в принципе, у нас выбора нету. Давайте посмотрим, как он это делает. Прям с такого момента... Мы вроде сейчас в каком-то задании с опять с теми ФБР или с кем там, сейчас посмотрим. It reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than, than a tail catcher. Шуточки. You, where did we meet? Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh, what are we doing here, huh? А, вот этот чувачок, которого мы выкрали. Псих конченый, вкратце. He claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know. I already told nothing. Nothing. I don't know anything. Please, please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. Азербайджанец, азербайджанец. Audiovisual is top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. Сейчас пыточки будут, да? Hey, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. That's it. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. You two are gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. Wait. You get to work, and I'm not here. Ух, псих Тревор сейчас начнет свою работенку. А мы поедем до какого-то дома. Ух ты, мать его, 3 километра. Это реально очень долго, но выбора у нас нету, нужно ехать. Нужно туда лететь и ехать. А, я хотел что-то сказать, но мне не дали и слова. Сейчас, пускай они добазарят там. Давайте. Ух, прям вовремя нафиг. Так. Вашу мать. Ух ты, ни хрена себе. Так, ладно, все, нужно браться за управление, тут. You know who else is having trouble keeping secrets, asshole? Me. After you brought Trevor in on this. Просто машина сама поворачивает направо, потому что мы ее уже угрохали немного. Ладно, давайте быстренько туда доедем. Мы уже тут практически, ребята, эти чудики вообще никак не могут набазариться и даже мне слово сказать. А я хочу вам что-то, ребята, предложить, но будем ждать, пока они там
наговорятся, потому что это с ума может сойти. Я читать не могу и не могу озвучивать субтитры, потому что я машиной управляю, а это как-то, ну, неудобно. И это делать, и другое делать. Да вашу мать, сколько машин тут нафиг? Вы мне дадите проехать сегодня спокойно? Так, мы приехали, да? Да. They've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Ну звони уже, звони. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Опа, нам нужно его питать. Я прям не знаю, кто сейчас буду нафиг. Какой-то маньячина питать его буду. Промежуток времени же используется, чтобы следить. Ага. Если питать мистера слишком рьяно, ему может понадобиться адреналина. Так, используйте. Ага, ага, ага. Давайте его дубанем вот этим. Давайте. Прям маньячина Эдисон нафиг какой-то. Тревор, ты его девочкой сделал. Офигеть, он ему прям, знаете, яичко в смятку сделал. Офигеть. Я думал, он ему по колено ударит, но не прям кастрировал нафиг. Чумаш, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. Ну что, машиночка наша, да, машиночка наша отремонтировалась, ребята. Как новенькая, главное ее опять не угробить. Пожалуйста, молчите, чтобы я мог сказать, что я хочу. Пожалуйста. Все? Тишина? Вроде... Они мне дадут сегодня слово сказать честно. Я хотел вам предложить какую-то новую, какую-то степень рубрику самой GTA, но они пока даже не дадут слова вставить, пока они там сами не досплетничают и бабские разговорчики, да? Много свидетелей, бла-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 бла. Давайте, давайте. Я быстрее рожу, чем в этом договорите, что и как. Так, ребят, мы уже практически тут. Сейчас посмотрим. Мне кажется, это тот дом. Хотя, я не помню. Я давно проходил GTA и еще на консоли, поэтому я не помню. Но мне кажется, что это тот дом. Значит, давайте сейчас посмотрим, что мы будем угадывать, если... Мне кажется, что это он. Хотя, ладно. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. Oh, no, please. Loosen him up. No, please. Так, давайте опять будем выбирать. Какие-то... Ух, бензин. Ну, бензин это уже чересчур. Мы что, его поджигать будем? Давайте вот это попробуем. Зуб... Так это зубы вырывать. Офигеть. А как мне его? Ага. Well, you ain't gonna be chewing steak anytime soon. Get out of here. Hey, now,
Huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped. The secret That's what we were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was high, middle age. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark. Короче, все среднее, обычный среднестатистический человек. Ну, найдите цель. Так, ладно. Мне кажется, это хотя или это. Вот этот чувак, 100% вот этот. 100% вот этот. 100% вот этот, мне кажется, потому что у него борода прям как в азербайджанца. Но он больше так смахивает. Я даю 70%, что это он. Не знаю почему, но мне кажется, так, на Тревора, да? Так я же переключился на Тревора, вот. They ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Так, дальше. Давайте подождем. Я не знаю. Waterboarded me more often. I wouldn't be the gun-toting psychopath you see before you now. I was drunk. I will. Say this. Садист, прям реально садист. Ух, это прям бензином нафиг. Офигеть. Ну что, не будешь? Ну ладно, больше, раз ты такой молчаливый. I'm alive. The government knows what's best for you. So what have you got for us? Hmm? We need Trev to shake up your memory again? No, he's got beard. Я же сказал, что это он. Густая борода. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling you the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Конечно, есть. Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informant and just call an airstrike on Chumash Beach. Вот, я же сразу сказал, что это он. Ребята, я же в курсе был. Вот он. Вот он. Он что, такой... А, нет, вот он. Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Man and we'll work our way down until someone... Вот он. Вот он. И в этого вроде борода есть, но в этого больше. Он больше смахивает. Так это... Ладно, дальше будем пытать бедного чувака. Ага, курит и борода. Так, ну давайте, ладно, разнообразие сейчас. Удерживайте тебя, чтобы установить левый зажим. Описался? Как он описался, если Тревор ему там все расфигачил? Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes, Mr. K? А ну, ну сейчас посмотрим. Like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Ага. Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. Вот, мне кажется, он. Вот он. Или... Нет, вот он. Конечно, это он. Он левой рукой курил. Сразу было понятно, что это он.
Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Ну я бы его, если честно, не стал убивать, просто-напросто отпустил. Он и так уже натерпелся и. И много уже чего, в принципе, рассказал, поэтому, мне кажется, лучше бы Тревор его просто-напросто в покое оставил, было бы намного лучше. А у нас будет выбор, оставить его или убить? Я бы, если честно, оставил. Ну, залезь-то уже в машину. Ух, у него прям скеп горели нафиг. В аэропорт? А зачем нам вообще в аэропорт? 2 километра. Нам, если честно, нужно обтюнить вот эту машиночку. Она, если потом, когда ее обтюнишь, хоть это и такая сельская машина, она потом красивая будет. Так, мы уже, да, 1.5 километра осталось. Ага, нам сюда. Сейчас. Сейчас сюда. Прессы и прессы хотят убедить нас, что пыток вещь необходим. А, нифига себе. Ну ладно, пускай они там базарят, мы уже практически сюда доехали. Так, ребята, мы уже тут, мы уже тут. Опа. Фух. Мы на месте, я фару разбил на машине, но ничего страшного. Ух, какая машина закаканная, ее реально нужно покрасить, она будет намного круче выглядеть. Да. Миссия, конечно. Так, да, сохранимся. Нас... Круто, круто. Знаете что, ребята? Мы пока что еще не будем заканчивать миссию, только потому что я хочу еще пойти и обтюниться. А, в принципе, мы уже практически тут, 800 метров, поэтому... Да... что это было? Ладно, 800 метров, поэтому, ребята, давайте как можно быстрее туда пойдем. Ух, сейчас. Тревор, как Лос-Сантос. Вашу мать. Очень по тебе скучаем. Слушай, тут толпа пси, который за всеми шпионами. Вы, вашу мать, вы мне дадите сегодня нормально поехать, и не будете мне дорогу переезжать. Нафиг. Сколько я уже сегодня расстукнулся? Тут есть какие-то крутые машинки? А может и есть, но я пока что не вижу. Ламар. Эй, псих, ты меня пугаешь, но вроде ты норм. Кореш надо перетереть, когда с Франклином или без пофиг. Я не знаю, может потом и перетерем, но мне кажется чуть позже. Ух ты, смотри, какая там машинка. Ух ты, нифига себе, какая машиночка. Нет, наверное, это двойник или еще он умер. Я видел фотки с похоти, я не знаю. Ладно, сейчас. Я вообще не выставлю. Ладно, давайте его просто обтюнем и нафиг валим отсюда с этого места. А то, что я хотел вам рассказать, ребята, я расскажу уже в следующий. А, мы даже не сможем нормально потюнить. Вы видите, что у нас даже бабла нету. Я же все бабло вроде потратил. Я же на аэродром все бабло потратил у Тревора. Мы же давно... А ее нельзя, ну, я не знаю... Отремонтировать? Она какая-то прям очень как раз безопасности. Ух. Это нормально, это хрень, это... Вот. Давайте вот это купим. Да, бабла у нас, конечно, не куча на Треворе, но все же стекла. Да, офигеть, много стекол у него. Где вообще? Да,
Стекол у него прям офигеть как много. Колеса, колеса нужно. Даже вот какие-то такие, мне кажется, будут прекрасно смотреться на этой тачуле. Или масл кар. Масл кар, в принципе, тоже красивые будут. Спорт, вездеход. Вездеход тоже будут прикольные, но спорт на этой, ну, я не знаю, честно. Какие-то такие массивные нужно. Какие-то массивные. Ну, тут уже больше у нас ничего. Внедорожник. Ух ты. А может... Может что-то в этом роде, ребята, как думаете? Они, конечно, дорогущие нафиг. Три куска баксов. Но было бы круто, если бы мы купили. Смотрите. Ух, какие-то, может, такие. Или... сейчас, сейчас, быстренько. Давайте вот эти купим. Во, нормально. У нас еще 20 тысяч осталось. 20 тысяч мы еще, в принципе... Окраска, номера. Номера нам не нужно. Фары. Нормально. Дальше. Клаксон не нужен. Капот. Ух, капот можно. Капот может... Такой взять. Дальше решетка. Ух ты. Давайте вот такую возьмем. Крылья. Ух, крылья. Точно. Крылья нужно тоже взять. Они прикольные будут. Вот эти нет, давайте вот эти лучше. Да, нормально. Двигатель, двигатель нет. Двигатель мы возьмем, но чуть позже. А что это? Ага. Так, круто. Бамперы. Ух, тут еще... это что за мишка там какой-то? Вот это может? Ну это прям как-то очень просто будет. Вот это или вот это. Давайте вот это возьмем. Ну, мне, в принципе, вот это нравится, но нельзя ли ее как-то помыть, что ли? Потому что это жопа, она такая грязная, что с ума можно сойти. А если ее в черный цвет перекрасить, будет ли грязь видна? Будет. И так будет. Я не знаю, честное слово. А если хромированный... Вот хромированный, хотя, мне кажется, и так видно. Я не знаю, честно. А если не матовый, вот. А, не, ребята, и так видно. Трансмиссия, турбонаддув, колеса. Ладно, давайте будем, в принципе, пока что на вот такой кататься. Хоть мне кажется, что нужно задний бампер поменять. Хотя, как думаете, мне кажется, нормально. Такая крутенькая точилка у него стала. Да, конечно, мы потом обтюним и двигатель, и все остальное. Но все же мне кажется, что нужно поменять задний бампер, чтобы был один и тот же цвет, что спереди, что сзади. А спереди черный я не хочу ставить, потому что он какой-то слишком скучный, что ли. Ну, смотрите, вот эта решетка вся, так, бампера, вот смотрите. Вот эта решетка вся пропадет и будет только вот так. Мне кажется, так не очень круто. Поэтому будет у нас вот так, и задний нужно как-то вот так, что ли. Жалко, тут глушителей нету, всякой другой фигни. Ну, ладно. И, в принципе, ребята, мы будем на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я не знаю, в принципе, была ли эта серия скучная или нет, но все же надеюсь, что нет. В этой серии, в принципе, не так уж мы много сделали, только побыли немного каким-то садистом, да, попытали бедного там чувачка. Ну, немного протюнили нашу тачечку. Кстати, я вам хотел сказать что-то, предложить, то есть какую-то новую рубрику, что ли, ачивки от подписчиков, или, например, тюнинг от подписчиков, да, вы мне там загадываете машину, а я там покупаю гараж, вы мне загадываете машину, я там в какой-то серии буду тюнить вот вашу загадую машину, я ее или буду пытаться найти, или куплю, я ее затюню, как бы будет ачивка выполнена, потому что вы мне загадали ее затюнить. Может, я так сделаю, а может, как-то по-другому. Ну, в принципе, если вы хотите... То есть, вы хотите, чтобы я тюнил машиночку? Ребята, пожалуйста, ответьте в комментариях, хотите ли вы, чтобы я это делал. Если да, то будет у нас такая дополнительная иногда мини-рубрика, да, чтобы отвлечься от задания, отвлечься от всего другого и просто-напросто
заняться тюнингом машины. И мы еще, в принципе, по ходу дела прохождения GTA мы будем еще грабить, поэтому бабла у нас еще, можно сказать, будет нормально, и мы сможем тюнить реально другие машины. Поэтому, если вы хотите, чтобы я такое делал, ребята, просто-напросто напишите в комментариях, я к вам буду прислушиваться. Ставьте лайки, набираем 200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Я надеюсь, вам нравится прохождение, я буду очень этому рад, и, в принципе, ребята, все, что вам нужно, это просто поставить лайк, я буду очень этому благодарен, вы мне даете большую мотивацию этими лайками, и, в принципе, мне больше и больше хочется делать новые видео и GTA, и другие, в принципе, видео. Оставляйте свои комментарии, я читаю каждый ваш комментарий, в принципе, мне кажется, немногие так делают, что читают все комментарии своих подписчиков и пытаются на них ответить, но я действительно, ребята, это делаю, и мне очень нравится, когда много комментариев. Если вы хотите, чтобы я прочитал ваш комментарий и ответил на него, все, что от вас требуется, просто его написать, я буду очень этому рад. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых персов, я также этому буду очень рад. И, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.